Продолжаем вечерний променад по улочкам Сантьяго де Компостела. Сувенирные лавочки. Алкогольные напитки. Вот вот замечательный магазинчик, надо зайти посмотреть. Вау, здесь продают сырки, какие-то пироги. Вакуумные, ай, колбаски. Боже мой, какая красота. Да простят меня вегетарианцы и сыроеды. Всех, я всех прощаю. После вкусной испанской кухни прощаю всех, кому должен и кому не должен. Маленько вылезает на улочки. Вот мне нравятся вот эти тоненькие деревья, как в Гладиаторе. Помнишь, он возвращается домой, а враги сожгли родную хату. Гладиатор — прекрасный фильм. Ракушка. Сегодня квест. Найди все ракушки, называется. Джей. Так, а куда мы вышли? О, ну ты смотри, как замечательно здесь и красиво. Мы вышли куда? А у нас эта точка не отмечена, по-моему. Или отмечена? Не отмечена? Да не может быть. Импосибл. Монастырь до Сан-Мартино Пинарио. Это не отмечено у нас, на самом деле. Ну, слушай, очень красиво. Уля молодец. Красиво. А тут-то еще красивше. Вот что-то. Это путешественник, видимо. Ну, а Москва молодец. Айудеми ми континьюнс. Ирс хайкинг. Two years. Oh, very good. Where are you from? Portugal. You plan to Russia? Go to Russia? With all these kilometers, I could go to Russia and return. It's very cool. Very cool. You alone? Yeah, I work with my trail. No. Where you walk? Only Autostrada? Autostrada is closed for you. No, Santiago, the Santiago way. Santiago way? Yes. Ah, you only start? I started here, mm-hmm. in Fatima. Mm-hmm. I did the Santiago, the Camino de Santiago. Mm-hmm. To Santiago, then Primitivo. Mm-hmm. Then I walked here with Picos Europa. And I follow the north way. Peak of Europa? Yes, Picos de Europa. Mm-hmm. Yes, it's this area. Mm-hmm. To Irun, Bayonne, mm-hmm. Pedeport, Sarans, Lourdes, mm-hmm. Bordeaux, Poitiers, Tours, Angers, Nantes, Saint-André. And then I did like this. Mm-hmm. Again to Fatima, the first year. Where you stay? Where you night sleep? I have a tent. Ah, a tent. Or I sleep outside. I put my sleeping bag, mm-hmm. then I sleep. Mm-hmm. Yes. Very cool. Okay. You have not problem with police? No? Police, no. Well, police sometimes come to see my notification. Mm-hmm. And, so, okay. Мелочь. Да, у тебя есть? У меня мелочи-то нету.
Домани ще б'ємо Пепе. Дай їм монетку, не давай. Рін, дай денежку, дяді, положи. Путешественнику вообще не жалко. Good luck. Удачи. Good luck. Приезжай в Россию. Туруса. Руса. Руса. Туруса. Руса. Руса. Russia. Yes, but how do you say thank you? Спасибо. 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 Удачи. Good luck. Все хорошо. Прикольный паренек. Путешествие, слушай. Он только начал путешествие себе. Только собирает деньги на путешествие. Ты... Два года путешествие, да? Ну, собирался два года, да? Ты посмотри, как клево-то, а? И он деньги собирает, как бы, на путешествие. Нет, как бы реально, товарищу на путешествие не жалко поделиться чуть-чуть. Тем более, что... А, подожди, а мы туда ли идем-то? По-моему, нам надо стопы. Слушай, Маш, а, это собор святого Иакова, вот это слева. Это вот самый большой собор, который... Да, вот мы как раз сейчас вокруг него и идем. Можем с этой стороны, а вот там еще есть... А, ладно, пойдемте с этой стороны. Сантьяго Плаза де Плаз. Еще какая-то площадь. Собор святого Иакова, да, вокруг него давайте-то пройдем. Это самый большой, да? Я тебя за руку нести буду. Давай. Давай. Я понимаю. Иди ко мне на руку. На руку, на руку, на руку иди. Не пойдешь? Иди пешком. Ты уснешь, а ресторан-то то все. Уля, в ресторане мы всю еду за тебя съедим. Здесь. Да. А, это CD по 5 долларов, евро продает. Диски продает, но с музыкой. Паровозик. Может, на паровозике прокатимся? Да ну их нафиг эти пельмени. А что, прокатимся? Может, правда? Давай прокатимся. Держи, пожалуйста. Надо узнать, сколько по времени едет этот паровозик. Forty five minutes trip. Pardon. It's a 45 minutes. 45 минут он ехать будет. 45 минут. Что, поедем? Съездим? Ну, теоретически, да? Парадокс. А сколько стоит?
Voilà. Two adults and two children. Children 4 and 6 years. Okay. You accept the credit card? No. Only cash? Only cash. One moment. And 20